Кто это? Скажите нам. Посмотрите, это какая птичка. А это что у него вместо какой перьев? Окрас-то. Да. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Еще какие-то штучки болтаются, видите, на этом. А, это индюк, под вид индюка, да, что ли? Смесь индюк с цаплей. Да. Цапля и еще баран. Да. Баран? Индюк, цапельный баран. Индюк, цапля, баран. Непонятно, кто это. Ты кто? Очень жалко, что нет названия. Нигде не подписано, кто это. По идее, ведь... Страус. Страус? Ну, наверное, какой-нибудь. Индюка, цапельно-баранный страус? Сейчас еще кто подойдет, что скажет. Еще пятое добавить. Сейчас посмотрим. Попу нам свою показал. Вот смотрите, какие у них перья. Видите? Какие перышки. Одуреть. Какие у них лапки, прям мощные такие, крупные лапки. А реснички, смотрите, какие реснички у него. Вот мы пока решили, что это индюка, страусный какой-то там штук. Мы решить решили, но мы не знаем. Да, красавец. Пойдем дальше. Ой, так там еще далеко идти. Пеликан. Пеликан? Где пеликан? Пеликан. Смотрите, какой красивый водопад. Вон какой водопад. Красота. Каждый уголок как рай. А нет, вон что, они. Мешаю? Ого! Пеликанищи! Красавцы! Вот это да, крутышки! Пойдем. Я так времени не по 10, чтобы по 10 минут нужно. Не по 10, а по 5. Так, ну все, пойдемте дальше. А вон, смотрите, какой-то черненький. Тоже такой симпатичный. Это уже не пеликан. Это что-то типа лебедя, наверное. Ушел. Ушел. Пеликанов тут очень много. Правда, целый. Антон? Антон, сними меня, пожалуйста. Что, ты хочешь сфоткать? А, ты фоткал, а я-то понять не могу. Спасибо большое. Природа крупным планом. Мы идем дальше. Вот еще такой птиц. А, так это мы его уже снимали. Тут он, оказывается, не один. А дальше какая-то уточка. Это, вот, наверное, девочка. Ага. Может быть. Мама, папа и дочка. Тут в некоторых местах ароматы не очень такие. Но оно и понятно. Тут же живность. Ой, куча клеточек. Даже не выпускают. Что-то. Они же отделяют. Редкое что-то, да? О, какой, с каким хохлом прикольным, да, смотрите. Супер. А этот вот такой вот тут сидит. Привет, привет. Так смотрит внимательно. Смотрите, какой клюв у него прикольный. Они же иногда и позировать любят. Да, я вижу, что они любят позировать. А вон там еще один красавец.